Сенат США обвинил банк JP Morgan Chase в сокрытии 6,2 миллиарда долларов убытков в прошлом году. Специальный комитет по расследованиям обнаружил, что банк вводил в заблуждение инвесторов, завышал стоимость своих торговых позиций и не принимал во внимание риски. По мнению Сената, проблема банка состоит в том, что он внедрил систему внутренней оценки рисков, позволяющую занижать их. Это было сделано для снижения требований к собственному капиталу банка. В ответ на отчет Сената JP Morgan сообщил, что хотя он и признает собственные ошибки, руководство банка действовало честно и не имело намерения обманывать кого-либо.